там более 500 000 человек. При этом из них 300 миллионов заходят ежедневно. Да-да, это именно она. Самая популярная социальная сеть за всю историю человечества – Инстаграм. И сегодня ему исполняется целых 7 лет. А вы давно себе завели там страничку? Кстати, один из самых популярных инстапрофайлов в Казахстане принадлежит Баян Максаткызы. За ней виртуально следят 2 миллиона 700 тысяч человек. Сейчас почти у каждого есть свой аккаунт, ну а у звездных небожителей и подавно. Интересно, сколько же они тратят времени, прогуливаясь по ленте сети? Я не скажу, что много времени трачу на Инстаграм, но когда бывает окошко, там в пробках, за рулем или там этот, где-то сижу, там, допустим, в салонах, там волосы крашу, тогда только захожу, а во многих случаях я не захожу, потому что времени нету. Но, тем не менее, ни много ни мало у Сиви Махмуди количество подписчиков приближается к первому лимончику. Несмотря на уверение певицы, что у нее не так много свободного времени, минуточку на то, чтобы ответить фолловерам, она уж точно находит. Редкий случай, когда мне плохое пишут. Очень редко, на самом деле. В основном пишут хорошее. Часто бывает, а мама звонит и просит меня удалять некоторые там сообщения, да, комментарии неприятные, неприятные. Все-таки люди в возрасте. А вот артист лейбла Black Star DJ Khan признался, что уже не представляет своей жизни без социальной сети. Я думаю, что телефон – это просто как просто продолжение моей руки. Она продолжается, потому что я засыпаю в 5 утра с телефоном в руках и просыпаюсь 8 или в 9 утра. Пока горячий ловелас не обрел вторую половинку, для него это, кстати, неплохая площадка для поиска возлюбленной. Ведь по статистике женского пола в Инстаграме все-таки больше. Инстаграм занимает больше времени по работе. То есть у меня нет там такого, смотри, там на девчонок, либо там на какие-то красивые картинки, либо смешные видео. То есть у меня это исключительно только по работе. Ох, Кан, нам кажется, ты немножко лукавишь. Ну а пока кто-то постит себяшки, Рано Умарова не стала терять времени зря. И первая в Казахстане провела музыкальный конкурс в сети, собрав новый состав группы Daus International. Наше шоу – это первое реалити-шоу в Казахстане, которое шло в Инстаграме. Но на сегодняшний день Инстаграм – это, наверное, социальная сеть, в которую заходят миллионы казахстанцев, вообще все в мире, каждую минуту. Наверное, это социальная сеть номер один. Вот. Да, много времени отнимает. К слову, как бы не был популярен Инстаграм для развлечений, общения и бизнеса, друзья, проводите больше времени в реальном, а не виртуальном мире. Он все-таки интереснее.